целом город готов к осенне-зимнему периоду примерно на 97%. Последние штрихи, я думаю, в течение недели мы устраним. Предпосылок к срыву отопительного периода у нас нет. В отопительном арсенале Севтеплоэнерго 53 тепловых пункта и 116 котельных. 114 из них готовы полностью, а на двух еще ведутся работы. Это котельная Костромская 14, производится замена котла. И котельная Первомайка подключается бочно-модульная котельная. Сейчас ведется комплексное пробование и дозаполнение систем, в том числе и жилых домов. Устраняются последние штрихи в ходе подготовки к отопительному сезону. И к 17 октября предприятие будет полностью готово для производства тепловой энергии. Пуск тепла будет произведен в течение 5 рабочих дней, то есть с 17 по 22, согласно нашего графика по пуску всех котельных. Дата начала отопительного сезона, 17 октября, ориентировочная. Все зависит от погодных условий. Если температура воздуха в течение нескольких дней будет ниже отметки в 8 градусов, отопление подадут досрочно. Вода, которая приходит к нам со всего района, со всех батарей, поступает сетевыми насосами в котел. Потом происходит розжиг котла. Для этого мы подаем газ-воздух в котел, нагреваем там эту воду, и она нагретая поступает к потребителям в дома. Котельная на Хрусталева 66 обслуживает 237 домов от улицы Силаева до 5 километра. Помимо планового запуска отопительной системы, готовы и к аварийным ситуациям. В случае разрывов внутридомовых и наружных теплосетей подачу воды восстановят сразу же после устранения неполадок. Чтобы восстановить литраж воды в системе, этим насосом пополняется вода, пополняет трассы, тем самым мы удерживаем объем и, как говорится, и давление в трассах. Также коммунальщики отметили, если с началом отопительного сезона батареи в квартирах севастопольцев будут холодными, за ответом следует обращаться в управляющие компании для проверки внутридомовых сетей. Надежда Камшукова, Александр Варелия, Никита Егоров, Служба новостей ИТВ.